Всем привет! Эта бетономешалка самодельная. Сделана она еще 35 лет назад во времена СССР. В то время купить что-либо было трудно, так что люди приспосабливались. Кто как, в данном случае сконструировали такую бетономешалку. Она не сильно удобная, тяжелая, и вид у нее не эстетический, но безотказная. Несколько лет стояла просто на улице и включилась без проблем. Собрана и сварена она из всего, что удалось достать. Это куски рельс, куски листового металла, двигатель, конденсаторы. В свое время этой бетономешалкой было построено два дома. Вот эти два двухэтажных дома, которые были построены с помощью этой самодельной бетономешалки. На сегодня все. Всем добра. До новых встреч на канале.